эксцентриссимо. Золотые зубы будут смотреться на полке интереснее обычных. Наверное, думают богачи из Дубая, готовясь на маловероятный, но все же возможный случай разорения. Поэтому у местных дантистов распространена услуга «Самая дорогая в мире улыбка». 150 тысяч долларов, то есть 9 миллионов рублей. И вы будете ярче солнца, если хорошее настроение заставит вас обнажить золотые накладки на зубы с бриллиантовой инкрустацией. И даже можно обойтись без месяцев мучений в мягчайшем кресле в элитной клинике. Никакая подготовка не требуется. Мучиться придется только в ожидании своей улыбки, пока ее изготавливают ювелиры. Ну и потом от богатств своих нужно будет страдать. Золотая улыбка и поход в ресторан, например, несовместимы. А вот шопинг, фотосессия или вечеринка – самое место для драгоценного оскала. И пусть на Западе давно от золотой вывески отказались, предпочитая быть поскромнее. Украшение зубов чуть моложе человечества. Еще майя вставляли в зубы драгоценные камни, чтобы подчеркнуть свой статус. Зачем ломать традиции? Эксцентриссимо. Thank you.